Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу, как изменить паспортные данные в Тинькофф Банке. Если у вас изменились паспортные данные, то их просто необходимо сообщить банку. Это очень важно. Все ваши изменившиеся данные, особенно паспортные, необходимо предоставлять и менять в том банке, в котором вы обслуживаетесь, особенно если у вас кредитная карта. Поменять паспортные данные можно очень быстро и просто. Сделать это можно через мобильное приложение. Первый способ – это, конечно, можете обратиться в чат, связаться со специалистом, написать, что вам нужно изменить паспортные данные. Для этого вам, конечно же, нужно будет сфотографировать ваш паспорт, и специалист поможет вам решить эту проблему. Но второй способ – вы можете сделать это без оператора, без специалиста. Сделать это можно также в мобильном приложении. Нам нужно найти такой разделчик под названием «Еще». Мы заходим в «Еще», и из подразделов нужно выбрать «Документы». Там вы увидите все свои данные, которые вы загружали. Там есть паспорт, СНИЛС, ИНН. И там можно добавить новый документ, в том числе и паспорт. Там будет перечень документов, которые можно добавить. Конечно же, мы выбираем паспорт. Нам нужно будет сфотографировать паспорт. Естественно, фотография должна быть очень отчетливой, читаемой, чтобы серия, номер особенно были очень хорошо видны и читаемы. И кроме фотографии, конечно же, нужно будет вручную также записать все данные, серия, номер, код подразделения, кем, когда выдан. В общем, все по стандартной схеме. Вы самостоятельно это заполняете и отправляете, а старый паспорт нужно будет удалить. Также можно будет удалить в документах. Вы выбираете старый паспорт, нажимаете на корзинку, удаляем, ну и соответственно все, он удалился. Но если, например, вы не пользуетесь мобильным приложением, в этом случае можно позвонить на горячую линию, сказать, что вы сменили паспорт, и в этом случае можно будет изменить ваши паспортные данные также через оператора. Он скажет алгоритм всех действий и обязательно вам поможет. Ну а ссылочки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала «Банковский». Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!